Помочь детям больным раком сегодня мог любой желающий, сдав кровь в городской больнице Анапы. Эта акция приурочена к Международному дню детей больных онкологией. Сдать кровь в помощь детям можно будет также 11 февраля в отделении переливания крови больницы города Анапы. Сегодня у нас проходит акция «Капля крови ради жизни». Приглашаем всех ребят, всех студентов, активную рабочую молодежь, которые хотят поделиться своей кровью ради жизни больных ребят, маленьких детей. Акция предполагает в себе сбор денежных средств на лечение больных детей, донорскую акцию. И завершится эта акция огромным флешмобом, где все ребята, студенты, волонтеры города курорта Анапа выстроятся в большое сердце и отпустят шары в небо как символ здоровья маленьких детей. Люди неравнодушны к чужой беде, да, к чужим проблемам. И сегодня у нас пришли студенты Анапского колледжа сферы услуг, волонтеры города, рабочая молодежь, сотрудники управления организаций различных, которые просто пришли сегодня и сдали кровь ради жизни. Проходит благотворительная краевая акция, она ежегодная. Проходит она по всему краю, во всех муниципалитетах. Собираются денежные средства на лечение больных детей. В городе курорте Анапа мы собираем каждый день с волонтерами, с боксами, ходим по городу, по центральным улицам, площадям. Собираем денежные средства на лечение девочки из города курорта Анапа Алисы Фоменковой. Маленькая девочка сейчас, к сожалению, имеет очень такое тяжелое заболевание. Поэтому ей сейчас необходима помощь и поддержка, которую мы стараемся оказать.